Самая лучшая игра в мире. Как пройти второй уровень игры? Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Я врач, фитотерапевт, натуропат, диетолог Борис Качко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах, часть из которых вы можете приобрести через интернет. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» и рассказать, как правильно пройти второй этап самой крутой игры в мире на вашу жизнь или за ваше здоровье. Второй этап, на самом деле, он, пожалуй, самый простой. Для того, чтобы правильно подготовиться к собственной игре, в этот день вы должны исключить все продукты животного происхождения из своего рациона. И я так понимаю, что лайки на это видео сейчас будут ставить вегетарианцы. Да, действительно, продукты животного происхождения нужно исключить полностью, но не все растительные продукты можно оставить в рационе. Я бы советовал также исключить в этот день горох, фасоль, бобы, орехи, семена. Иными словами, те растительные продукты, которые содержат достаточно много белка. А в рационе оставить овощи, фрукты, зелень, ягоды, крупы можно оставить, то есть каши. В этом случае вы правильно подготовитесь к самому важному этапу в этой игре и пройдете легко на третий уровень игры. Также я бы советовал в этот день полностью исключить алкогольные напитки. И сейчас, я так понимаю, на видео начинают ставить лайки те, кто активно борется с этой не самой вредной привычкой. Почему не самой вредной? Алкогольные напитки употребляют эпизодически. А я бы сказал, более вредная привычка — это не знать, как правильно дышать. Большинство живет в крупных населенных пунктах, промышленных центрах. Да даже если экология окружает вас идеальная, то существует такое природное явление, как ветер, который из самых удаленных и незаметных для вас сейчас, у вас за горизонтом находятся эти источники загрязнений, откуда вам ветер принесет любой экологический сюрприз. И не знать, как правильно дышать, более вредно, чем даже эпизодически употреблять алкогольные напитки. У меня есть другой канал «Школа доктора Скачко», где я подробно расписываю, как правильно дышать в зависимости от экологии, вашего пола, возраста, имеющихся заболеваний. И не буду сейчас отвлекать ваше внимание. Если вам это интересно, ищите в интернете, и вы этот канал найдете. Также примерно за 1 час до начала игры я бы советовал бросить курить. И сейчас, я так понимаю, лайки будут ставить те, кто активно борется с этой безусловно вредной привычкой. Я тоже не сторонник того, чтобы люди курили, потому как вред зависит от количества сигарет и от стажа курения. Но если вы хотите выйти живым из этой игры, вы должны за час до игры и все время игры не курить. В этом случае у вас самая крутая игра в мире реально приносит вам здоровье, а не уносит его. Иными словами, игра на выбывание у вас не состоится. Очень важный момент, как вы попали на второй уровень игры. Иными словами, как вы прошли первый уровень самой крутой игры в мире, цена вопроса в котором даже не ваше здоровье, а ваша жизнь. Если вы учли те особенности, о которых я говорил в первой части, великолепно. Если вы проигнорировали, безусловно, никто вас остановить не может. И вы спокойно можете пройти через второй уровень и попасть на третий уровень игры. И в следующем видео вы узнаете, как правильно пройти третий уровень самой крутой игры в мире, цена вопросов которой — ваша жизнь. Эта игра по-разному называется в разных странах. Есть разные национальные особенности этой игры. И об этом вы узнаете буквально в следующем видео на моем канале. Если вы подписчик, сообщение придет вам в почту. Если вы поместили мой канал в избранное, вы тоже об этом узнаете. Вам придет уведомление. Ну а если вы еще не подписались на мой канал, не забудьте подписаться. Возможно, вы регулярно играете в эту игру. И те последствия, которые могут возникнуть,
Они зависят от того, как вы правильно проходите разные уровни этой игры. Третий этап, он очень важный. И на этом этапе есть возможность остановить вас и вернуть вас на первый уровень, чтобы вы правильно прошли первых два уровня. Но об этом вы узнаете в следующем видео этой серии. Не забудьте поставить лайк, если вы еще не поставили. Отправьте своим друзьям, знакомым. Если вы